Всем пожелать успеха, хороших кораблей, разных, морских, военных кораблей, гражданских кораблей, кораблей специального назначения, чтобы была работа, была уверенность в завтрашнем дне, и чтобы эта серия кораблей, она продолжилась. Я ожидаю, как бы, чтобы он участвовал во всех учениях, которые будут ему предстоять, чтобы он хорошо и достойно выполнял свои поставленные задачи, свойственные. А на данный момент стоит задача, это испытание его. Он будет сначала здесь испытываться, потом в дальнейшем в других городах, и потом в дальнейшем он будет передислоцирован на Балтийский флот.